Привет, Россия! Сейчас я буду пять пирог с яблочком. Мне понадобится для пирога сметана, яйца, батон, сахар, яблоко, манка. Яйцо распить. Ой, голубка, папа. Добавляем сметану. Теперь высыпаем сахар. Тесто готово. Окатываем его в сковородку и начинаем резать яблоко. Яблочко мы порезали. Теперь будем делать батон. Батон мы тоже порезали на кусочки. Яблоки всыпаем в тесто. Чего не высыпается? Высыпайся! Чего они не высыпаются? Теперь бери мясо. Посыпаем пробу маслом. И выливаем чеснок. Сверху кладем кубики батона. Теперь у нас пирожок надо в духовку поставить и запечь. Такой пирожок получился. Вкусный.